Здорово всем подписчикам! С вами Rezan Revolution и I'm Sorry. Здорово, ребят. Вот, всем и мы привет. Играем в No More Room in Hell. Какая-то модифицированная карта. И слушай, зомби пошли. Гасим, ребят. Там зомби что, не завезли, что ли? А вам... Вон, смотри. А вы нажимаете, а вон к вам завезли тоже. Это зомби-лошадки. О, черт, они идут к нам. Ой-ой-ой, слушай, а че их так много? Надо их убивать, ребят. А что это у вас их больше? Нам что-то мало завезли. А, потому что мы круче. Да, да. Так, последний магазин у меня, наверное. Это не аргумент, да. А, нет. Вот, так. Вот. Получай в башню, зомбяра. Ребят, почему я не в вашей тиме? Что это за подстава? Да хрен его знает. Потому что ты не крутой. Ничего себе не крутой, у меня М-ка. Что вообще происходит? Фигня твоя. Чё-то это фигня, этот режим, если честно. А меня сейчас зомби загрызут, пацаны. Что это у нас тут? Типа фан получаешь. О, гляньте, подождите. Ну, тут что-то. Кажется, по раундам, как в кильфе. А вот, слышите, здесь на Е зажимаешь, и выпадают пухи, пацаны. Отвечаю. Где? Так, а как мне... А как только мне ее подобрать себе в инвентарь, слушай. А, во. Подожди. А, во, типа, можно купить. Стой, стой, не покупай это говно. Вот это я хочу. Тут что-то до хрена зомбарей, ребят, очень много. Так, ты всю голову, что ли, нашу потапать, что ли? Нет, а, тут зомби можно купить, смотри. А, вот, я сейчас зомби там куплю. А чем вы купили всё. Зомби? Они же нас загрызут. Так за них голоду дают. О, слышите, тут музыка включается, ребят. Я смотрю, у вас там проблемы небольшие. Ой, у меня тут тоже, ребят, все очень плохо. Че, враки, что ли? Хотя от них можно... От них можно неплохо танцевать. Они идут на музыку! А, не, они идут к автоматам, ребятки. Они хотят пить. Мы тоже есть. Хотим музыку. Смотри, смотри, зомби, зомби тусуют. Лол. Revolution, иди сюда. Включите у себя музыку. Ребята, почему у вас зомбарей нет? Че они все у нас? Откройте, откройте, блин, нас скоро тут съедят, ребят. Мы тут музончик слушаем, подожди. Люди после праздника придут за минералочку. Офигеть. У нас слишком много людей за минералочки, ребят, вышли, помогите нам. Так у вас супермаркеты побольше. Россия, что ты хочешь? Да что за синий экран, Revolution, у нас музычка сломалась. Давай, 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 5 голд, что это я? Я что-то вызвал. Так. Я музычку хочу включить, ребята, помогите. Я не попадаю. Я так, не понимаю, вот, трофеи. Реально, что у вас так много зомби? А у вас вообще есть хоть зомби? У нас есть, завезите, но их мало. Завезите нам зомби. Они у нас все появляются и появляются, боже. У нас теперь будут призраки зомби. А, я понял. Смотри, мы грейдим зомби, чтобы они страдали больше. Вы офигели? Зачем вы нам их наводите, ребят, хорое? А, тут походу тима на тиму. Все, я понял. Тут типа, знаешь... Но так, давай себе пушки. О! Вот это пушечка. Это вот так. Аптечки. Ого, ты там. Стой, где? А вот моя. Вот пушка. Вот вам зомбарей, собаки. А как здесь пушка? Я тоже не понял. А тут, кажется, патроны бесконечные. Нет. А, гля, ну-ка. А как ты взял? Выбрось оружие на жизнь. Ребят, короче, я вам зомбарей навел, пускай они вас съедят всех. Ага, давай, давай. Давай, мы показал. Слушай, сейчас я нажму скоро стрелочку. Так, оп. Или это просто снайперка? Это снайперка. А это что за звук, ребята? Гляньте, сколько народу подключилось к нам. Офигеть. Так, чё вы плакали? Слушай, у меня квест чуть-чуть просидает. Ооо, сейчас съедят. Мы-то тут справляемся. У нас проблемы большие. У нас не то чтобы проблемы, у меня патроны заканчиваются. Патроны. Ай! Зомби, на карте, зомби! Отвали! Черт, что я... Господи, ребят, я отъезжаю, походу, да. Домой меня схватил там, зомби. Да нет! И теперь я стал зомби, смотрите, ребята. Офигеть. Нормально вот там. Так, посмотрим за Revolution и Sorry. А эти пытаются прорваться. У нас тоже тусовочка, смотри, небольшая. Да, я вот слежу за вами. У меня патроны закончились. У
у меня кончаются. Как видите, эта карта NMO. Почему я умираю? Ребят, тут какой-то итальянец зашел, пацаны. Ай, что тут происходит? Нам Эдсо зашел, залетел. Эдсо аудиторе! Он говорит, нажмите кнопку, ребята. Какую кнопку? Там надо кнопку нажать. Так, сколько у нас голды там? А, и все, и тима зеленых выиграла. Это нечестно. Как купить зомби? Я вообще в вашей тиме должен был быть. Да, слушай, покупаем. Слушай, как мне появиться, ребят? Ага, мы выиграли. А, во, все, заново. А, все, мы так, мы тут пишем ганс, короче, походу. Изи каткой, просто изи. Так, и наводим себе оружие. Так, я наведу себе шотган и... Винчестер X3, обожаю. Эй, ю. Как тут голосовой чат? Nice English, парень. Hey, чё ему надо вообще? Nice English. What? Что? Так, стоп, это чё, Рязан? Нет. Ребят, я хочу в вашей тиме, подождите, не начинайте. Чё за подстава? Ты с Революшеном в одной тиме, а я с какими-то непонятными челами. Подожди, я вообще ни в какой тиме. Я еще. Блин, я теперь не могу пройти, ну охренеть. Поздно, а, во, подожди. Революшн, о, отлично, мы с тобой. Я ты, мазафака нига, да, я Макс Пейн, а ты какой-то я... типичный этот... Нет, ты там, типичный там. Этот, знаешь кто? И... Типичный коп в 80-х. Черный негр. Да. Коп, слушай, глянь, тут можно нож нам навести, смотри, иди сюда. Че навести? Иди сюда, иди сюда. А я не понял, а что за... О, смотри. Посередине и ракетами стреляет. О, глянь, я на ножички навел, Революшн. Ребят, вы видите, что наверху есть пацан, который стреляет ракетами? Ну я так ему добавил. Круто. Где, где? Он нам помогает, слушай. Ага, да, отлично. Потому что нас меньше, нет? Революшн, я на музычку включил, ты слышишь? Отлично, только у нас комп слабенький, какой-то калькулятор. Давай, не выпускаем зомбарей, короче. Help yourself. Ага, тут нужно респауны, понятно. Блин, у меня так скоро патроны кончатся, слушай. Они бесконечные, беспокойся. А почему мне показано, что вот 29 патрон? А! Они да. Бесконечные здесь. Круто. И зомби, походу, бесконечные. Здесь, то есть, пока одну из команд не съедят. Давай им наводить, смотри, я понял здесь смысл режима, иди сюда. Я открыл зомби, подожди. То есть, да, мы должны... А эти заблокированные. А на этих не хватает там голдов, слушай. 30 гривенов надо. Иди сюда, Ремингтон, хочешь? Да не, у меня стрип, Ремингтон. Такая она прекрасная. А у меня Ремингтон. Так, что тут у нас еще? Хочешь мачете, через... слушай? Да не надо, не покупай оружие, тут через гант покупает. О, гля! Биос! Глянь, вылетела в винду, слушай. Ой, ой, а что за баба бешеная? Видюха полетела. Видюха? Надо винду менять. А, нормально, правильно. А где ваши зомби, блин? Что-то меня ощущает. Да, вот пускай их загрызут. Чё, мы им еще будем наводить зомбарей? Слушай, а смотри, kills 79, золото 39. Видишь, смотри, Революшн. Они что-то умирают. У нас 40, мы можем навести вот этих вот сильных, смотри. Давай, давай, давай. Поехали. Давай. Ща мы, короче. Ща мы вам наведем. Все, ребятки, сейчас вас съедят напрочь все. Да что ты говоришь? Смотри, смотри, бабы идут, жрут их. Все, тут больше нечего спалить. Как я понял. Ага, вот зомби туда спать. Не, слушай, довольно-таки прикольно. Ну так, чисто поиграть. О, глянь, дети! Глянь, глянь, дети у них бегают, сейчас съедят Макса Пейна. Смотри, смотри. Вол. О, видал? Нормально. Так, 23 золота у нас, давай еще за 40 наведем, это самый сильный, наверное. Чё, Витя, что это за дети, реально? Как дела у вас? Не, у меня-то нормально, я тут отстреливаю. Что с лицом, да? Давай всю голду тратим. Так мы им, глянь, мелких навели. Они бегают быстро и грызут их. Дайте зомби нам, чё, не весело. Иди зомби, да, мало заборей. Ребята, Рязан, иди сюда. Подожди, я перезаряжаюсь. Как перезагрузить компьютер?
Так, короче, мы так, походу слушай, откатку слили, за меня какие-то два нуба. Косарь, это косарь что, стоит? Слушай. Это что за коробка? Это самая дорогая штука, 1000 стоит. Здесь о, Брэд Питт. О. О! Нормально так. Нормально, качай. Короче, все, я умру. Отлично, мы побеждаем, смотри, Революсон. Да мы можем вообще стоять, а покажи. Вот, наконец-то мы выиграли, слушай. Прикол в том, что у всех детей, у всех взрослых появляется ребенок. Резам, резам. Так, давай им еще за 40 наведем, смотри. За взрывчаткой, слушай. Сейчас, короче, мы... зомби-шахиды. Аллах Акбар сейчас будет. Резам, пошли, посиди меня, да, отдохнем. Опять биос вылетело, здесь, походу, всего одну музыку можно включать. Лол, пацаны, а не сейчас, что мы играем, как бы, 4 на 3 или сколько? Играем. Да какая разница, у вас там вон сверху поддержка идет. Да, сверху никого уже нет. Давай посмотрим, как их грызут. Иди сюда, Революшн. Вон он... Подожди, где ты, сори, ты умер уже? Я ой, уже давно умер. Ой, ну, смотри, последний остался, бежит. Ой, ну. Беги, глупец. А если его зомби хоть один схватит, ему все, ему жопа. Прикол в том, что из каждого взрослого, походу, смотри, за ним дети. Он этих отстреливается. Ау, все, короче, походу мы домой. Мы 175 зомби убили. Давай им еще. А, все. Сейчас. Все выжившие были спасены, понял, да? Так, отлично. Ребят, здесь по... как карты распределяются. Сначала один идет направо, другой идет налево. Давайте я направо. Давайте. Так, я с революшеном, мне пофиг. Так, надо на 4 тебе пушечку. Так, надо пуху себе навести, действительно. Так. Райфл, конечно. Ну чё, где вы, ребятки? Подождите, подождите. Рифлс, это снайперки, да? Шотганс, давайте я себе наведу. Довки, райфлс. Беретта. Во, и пистолетики. Я люблю... давайте вот это посмотрим. Резам, давай направо поворачивай. Чё я медленно хожу? И топор. Я чё я делаю? А еще пистолет хочу, хочу клок. Почему? Так, почему я не могу к вам выйти? Меня сейчас опять кинет в рандомную тиму, иди в какую непонятно. Направо, направо сверни, направо. Да я направо свернул, мне что-то до сих пор я здесь. Ну сиди там. А, вот все. А, я теперь сверху, ребят, смотрите. Тут мячик футбольный, слушай. Не-не-не-не, здесь фишка в том, что... Подожди. Нет, здесь голдуки надо будет респаунить. Да-да-да-да-да. Респаун your teammates. За 10 голды, да? Да. Поднакопи 10 косарей. Ой, 10 голды, 10 косарей. 10 косарей, косарей, да. 10 рублей накопи, короче, меня, и, по... и чтоб я появился. Потому что у меня пухи классные, нам вообще зайдут. Давай не будем его резать. Не-не-не, ребят, вообще. Зачем ты нам нужен? Ну. Заходи уже куда-нибудь, потому что игра не начинается для тебя. Как это из-за меня? О, лол, я сейчас что, бензопилу купил? О. А тут здорово, тут можно посидеть, отдохнуть. Возьми, нормально, в руки. Это VIP-лоджа, пацаны, просто... я VIP, короче. Давайте, воюйте, я буду смотреть. О! Под как классную начать? Музычку. Как начать? Сри... Я бегу. Да. Ну, Лол, а он даже не заводит бензопилу, он просто ей бьет, походу. А, не, во. А что делать? Стекло разбей. Революшн. Ты мне скажи, что делать. Ну, бьешь стекло и жмешь на кнопку. Я нажал, ух, хорошо. А, они, может, не нажали. А, вон у них не нажато. Нажмите. Поехали. Красную кнопку нажмите. Нажмите кнопку. Push button. Push button. А, все, вон. Как... На... Вы должны меня возродить за 10 рублей, ребят. Ты кому говоришь? Мы с Революшеном только в команде. Тебя будем разводить. А, это вы бегаете внизу? Нет, не мы. Ах ты лалка. Ты будешь нашей сучкой. Ты понимаешь, что здесь у меня... Смотрите, что у меня есть, я вам сейчас покажу, если получится. Пока ты находишься там, ты наша сучка. Мячик футбольный у меня тут. О, гля, тут еще один чувак, слушай. Лол. Ты что, играешь? Короче, давай вдвоем будем. Не-не-не, слышь, давай... Вы офигели, что ли? Давайте я поведу. Скажи, чтобы они кнопку нажали, что происходит? Они не нажали. А ты что дерешься, слушай? Резан, смотри сюда. А как здесь ближний бой, ребята, знаете вообще? Что тебе? Ну что за бред? Бензопила, смотри. На, получай. Ты упорол, что ли? Чувак пытается с кулака разбить.
давайте сделайте так, чтобы мы появились, ребят. И троечку все это калибровал. Что ты с полом сделал? Иди сюда, ребятуш. Ребята, ну они еще и тусуются там, вообще офигели. Ну это мы. Это самый безумный выпуск, наверное, по этой игре будет. Полная наркомания. Ребят, нажмите хоть что-нибудь. Дюха не тянет, короче. О! Все, нажали, наконец, поехали. Да, давайте. Ты чё дерёшься, слушай? А чё я медленно так хожу, я не понял. Как и дед старый. Ой-ой-ой. Ты то же самое, так что не надо мне тут. Надо пуху забрать. Как здесь пуху забирать, ребят? Вы в курсе? А, я понял, почему. Ребят, на что пуху забирать? На евро. Ты все равно оттуда не выйдешь. Если она красная, то тебе не хватает места, тебе надо выкинуть какую-то пуху и взять ее. Он... Ты чё? Пускуда? Я не понял, мы стартуем, не стартуем? Положь. Чё за бред? Где зомби, а? Чё это? Надо будет отключить субтитры. Нам зомби не это все. Это все потому, что мы не появились тут с парнишей, понимаете? Рязан, иди заспаунись. Зайди налево, направо, главное, чтобы вы заспаунились там двое. Да я не могу выйти из комнаты, понимаешь, это комната випов, откуда нельзя выйти. Ну это значит, это комната сучек, а не випов. Революция. Иди сюда. Прикурить дать? Отстань. Иди сюда. Так надо помогите. Отключить. Помогите, помогите. Ты как старый дед не. Что ты там делаешь? Я тебе отвечаю. Помогите. Я ему букан отжигаю. Подойдите поближе, помогите. Ребят. Помогите. Помогите. I am the healer. А я отстанет меня. Вы бы это со стороны видели, ребята. Лол. Твоя... Я подожгу. Почему ты так? Ты похож на маньяка, который пытается ущипнуть его за жопу. Он еще и стреляет по мне. Ну ладно, а вы не можете меня убить, потому что здесь бронированное стекло. Лалки. Понял. Можем гранату докинуть, я не знаю. Я так понимаю, нам надо найти другой сервер, ибо... Да, ибо здесь... Непонятно, что происходит. Тут непонятно, как стартовать, все бегают, прыгают. Ну ладно, ребятки. А что он... Вы это слышите? Да. Это аудитория, по-моему. Ой, лол. В общем, ребятки, спасибо, что смотрели. Я, пожалуй, буду здесь с дивана наблюдать дальше, как они тут пытаются что-то сделать. Лалки. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, ставьте лайки за то, что они не убьют Рязана. Рано или поздно ты все равно туда выйдешь. Я не выйду отсюда, я здесь буду жить, мне нормально здесь. Тут есть дверь, тут мне будет, короче, стюардесса. Какая-нибудь там стюардесса или медсестра, в общем. А ты хоть попробуй выйти от спавни здесь. Я не могу выйти, ну. А ты попробуй. А ты попробуй, я и так все подряд здесь нажимал, слушай. Что у тебя с лицом? Понятно. Кровавленное. Ладно, всем пока. Я прит-то дам. А, у тебя зажигалка есть? А у меня есть катана. На тебе.